С болтами полный болт. Не успеваем вкручивать, жалуются в администрации муниципального предприятия «Самарская набережная», как они тут же исчезают. Каждую неделю рабочие ввинчивают в городские скамейки около сотни креплений. Но они пропадают снова и снова. Прикручены, крепко прокручиваем шуруповертами, то есть электрическим инструментом. Вот. Постоянно ходим, профилактику делаем. Кому эти болты нужны, я не знаю, или люди практикуются, фитнесом таким образом занимаются. Пропадают не только болты. За неделю из зеленой изгороди выкопали 17 кустов. Этой ночью исчезли 7 саженцев переи японской. Были планы украсить набережную рододендронами, но теперь озеленители в раздумьях. Потому что растения очень красивые, и будет очень жалко, если их вытащат буквально там через неделю. Потому что хочется, чтобы набережная была красивой, это лицо города. Большинство отдыхающих тоже возмущены таким вандализмом. Только привели в порядок набережную и снова ее разрушают. Ну, может, милицию побольше на набережную высылать? Конечно, это вредительство, вы это знаете, это неуважение даже к людям. Это и вот, ну, наше поколение это просто говорили как вредительство, если на такое идут. Алексей Кнор, Владислав Манин, ГИС, События.